Российской национальной библиотеке открылась выставка «Русские имена» в библиотеке Вольтера. В кабинете энциклопедиста, философа и просветителя выставлены книги Ломоносова и Сумарокова, некоторые с пометками великого мыслителя. Жемчужина коллекции «Ода на смерть Ломоносова». Она написана поэтом и переводчиком Вольтера, графом Андреем Шуваловым. Эта книга на французском языке сохранилась в единственном экземпляре. Сам Вольтер русского языка не знал. Более того, частенько интерпретировал русские имена названия, как ему хотелось. Были трения, в частности, по этому поводу у него с Петербургской академией наук, с которой он обменивался письмами, прося у них материалов, они присылали не то, что нужно, долго, медленно, и, делали ему, в свою очередь, замечания вот вроде того, что он перебирает русские имена. Он не был этим доволен, это были довольно сложные отношения. В библиотеке Вольтера почти 7 тысяч книг. Большинство из них находится за стеклом. Выставку подготовили к международной конференции «Вольтер. Русская литература и общество». Ее проводят здесь же, в Российской национальной библиотеке.